Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит цепочку на лбу, браслет на ноге и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке. Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большей частью она актриса. Иногда просто разведенная жена, но у нее всегда есть какая-то тайна. Какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором никто не должен знать. Кавалеру, провожающим ее с бала, ведущую томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эстетического эротизма, она вдруг заявляет, вздрагивая всеми перьями на шляпе: «Едем в церковь, мой дорогой! Едем в церковь! Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря!» Но церковь ночью заперта. Любезный молодой человек предлагает рыдать прямо на паперти, но она уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасения нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф. Марья Николаевна, скажет простая, не демоническая женщина, налейте немножко вина. Демоническая женщина томно опустит глаза и завопит: «Вина! Вина! Дайте мне вина! Я вчера пила, я третьего дня пила, и завтра я буду пить!» Пьет. Какая загадочная, и завтра говорит: «Буду пить». «Марья Николаевна, дайте, пожалуйста, селедки. Люблю лук». Демоническая женщина широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит: «Селедка! Дайте мне селедки! Я хочу есть! Я хочу пошлости! Скорее! Больше! Быстрее! Это вот что там? Лук? Дайте мне луку! Я буду есть! Я буду есть! Смотрите все, как я буду есть селедку!» Какая загадочная! Ее ночью одну оставлять нельзя. Вдруг она застрелится цианистым калием, который ей непременно привезут в следующий вторник.